Изящному искусству танца девушек здесь специально обучают в течение месяца. Никакого хореографического образования не требуется. Главное, чтобы танцовщицы были готовы, так сказать, к продолжению банкета наедине с клиентом. Пока жрицы любви извиваются у шеста, заманивая мужчин в свои сети, здание клуба окружают бойцы ЦСН. Некоторых стриптизерш полицейские застали уже на ложе любви в объятиях клиентов. Интимные услуги оказываете? Чтобы убедиться в том, что здесь действительно оказывали платные интимные услуги, сыщики Южного округа и сотрудники Управления экономической безопасности предварительно провели операцию «Проверочная закупка». Впрочем, о роде занятий девушек и так красноречиво рассказывают эти объявления. За отказ или завышение ценовой политики клуба штраф 4000 рублей. Практически все девушки своей древнейшей профессии стесняются. Чем занимаетесь? Ну, вот я только я танцую. А некоторые со свойственной женщинам таинственностью стесняются даже своего возраста. Откуда ты? Я Майка. Сколько лет? 22. 22 года? На самом деле все куда более прозаично. Девушке 29, приехала она из Нигерии. Незаконно. В отношении гостей столицы составили административный протокол о нарушении правил въезда на территорию Российской Федерации. Решением Симонского межрайонного суда 29-летняя приезжая из Нигерии выдвинута за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет. Сотрудниками полиции были изъяты документы, регламентирующие деятельность данного заведения. По версии стражи порядка, эта блондинка в блестящем платье организовывала работу проституток. В отношении 28-летней москвички возбудили уголовное дело. Всего в отдел полиции доставили 30 сотрудников и сотрудниц заведения. После проверки жрицам любви придется заплатить штраф. На этот раз за то, что не отказались ублажать клиентов за деньги.